Здравствуйте. Столкнулся сегодня с чем-то странным. В общем, на площадке вчера выставил вот эти вот доски, чтобы вынести на мусорник. А сегодня утром выхожу, доски валяются. Лежат вот сюда, они опрокинуты на лестничную клетку. Я решил посмотреть видеонаблюдение, кто там ночью шарился и что делал. Ну, увидел кое-что интересное. Во-первых, у меня здесь вот над звонком встроена инфракрасная подсветка. Для того, чтобы, если выключен свет, работало, можно было что-то увидеть на видеокамере. Она светит невидимым для человека светом. Но камера видит как фонарик, то есть освещается вся площадка. Но самое интересное в том, что вот эта вот подсветка начала моргать. Моргать, слегка светиться. Интересно то, что эта подсветка уже больше месяца как отключена, потому что у меня сейчас идет ремонт. И, в принципе, вот провод, к которому она должна подключаться. То есть провод полностью обрезан, обесточен, и светиться она никак не может. Тут обычные инфракрасные светодиоды стоят. Это от камеры видеонаблюдения использована штука. Ну и далее на записи поморгал, посветилась вот эта подсветка. Через некоторое время, там прошло несколько секунд, какой-то непонятный шорох, и вот эти вот доски падают навзничь. А после этого дверь, ну, на видео, как будто ее кто-то дернул очень сильно. Ну, дальше, в общем, я вставлю само видео, посмотрите. А в конце сделаю вставку, постараюсь подключить сейчас эту подсветку и показать, как она светит, ну, в полноценном режиме, когда она подключена к электричеству, к источнику питания. Ну, смотрите.
посмотрели, видели. В общем, странно, потому что доски стоят довольно-таки надежно. Если они могли упасть, то могли упасть, поехать в сторону. Ну, никак не полететь навзничь, потому что они стоят под наклоном. Для того, чтобы их опрокинуть, ну, надо приложить заметное усилие. Так, сейчас я выключу свет. И включу инфракрасную подсветку. Эта камера особо чувствительна к подсветке. Потом я сделаю вставку, покажу, как это выглядит с камерой видеонаблюдения.